утречка, всем большущий привет, с вами, как всегда, Серега. Неделя заканчивается это быстро, неделя, которую я в качестве эксперимента решил прожить на 200 рублей, выживание такое лютое, беспощадное. Нет, это нельзя назвать полноценным рационом питания, конечно же, это не рациональное какое-то такое меню получается, зато у нас получилось настоящее выживание. Но еще впереди 6-й сегодня день и 7-й завтра, пойдемте завтракать, тут все как обычно, но у меня все рассчитано. Вот такое у меня разнообразное меню. На завтрак овсянка получается, это я все сегодня перемолю, это будут лепешки с хлебом вообще все, ну, и у меня еще есть горох, вот как раз на 2 порции на сегодня, на завтра. Если у вас 200 рублей на неделю, то, как по моему мнению, нужно какими правилами придерживаться? Первое, самая дешевая крупа. Это не рис, это не гречка, это даже не пшено. Это пшеничка, в данном случае горох, это очень классный горох, вообще замечательный. И овсянка, овсянка универсальная. Я готовлю вот в таком контейнере, просто отправляю в микроволновку, заливаю водой овсянку и в микроволновку. Что на завтрак сегодня? Долька мандарина, здесь половинки нету уже, кашка и чаек, вода обыкновенная. Приятного аппетита! Просто налетаем и побеждаем. Второе главное правило – просто все побеждаем. Поначалу непривычно, без сахара, без всего, без варенья, без масла. Ну, потом нормально. Нормальный, натуральный вкус овсянки. Сахаром что угодно можно съесть. Такая поговорка есть. Немного не такая. Ну, примерно смысл понятен, да? Без сахара, без соли больше, чем нужно, не съешь. Ешь до того момента, пока есть хочется. Но если у вас есть дополнительная денежка, то можно взять хурму, например. Добавить это лучше, чем сахар. Будет сладкое. Вообще можно без сахара обойтись. Сахар 50 рублей стоит. Четверть бюджета, считай. Это останется на завтра. Половина. Вода, конечно, да. С яичком всегда веселее. Или шиповничка еще набрать. В общем, вода. Сегодня просто вода у меня. Делаю пшеничные лепешки. Всю пшеничную крупу, прям всю без остатка я перемолол. Добавил воды. Чуть настоялось, получилось такое вот тесто. Делаю те пшеничные лепешки, которые мне очень понравились, они вкусные. Шпатлявка. Надо было их сделать прям в первый день, потому что они реально выручают. Можно и с собой взять, и так перекусить с чаем. Вы пока за лепешками последите, если будут подгорать, перевернете, а я пока схожу за супом на балкон. Ничего тут не сгорело. Лепешечки идеально переворачиваются, блины не так. Лепешки просто идеально. Смотрите, как они поднимаются, прям пышные, воздушные прям. Сегодня новое меню. Салат витаминный. Яблоко на терке, на крупной. Примерно четвертиночку. А морковку на мелкой терке. Ничего добавлять не надо. Ни соли, ни сахара. Салат готов. Ну что, ребят, обед готов. Приятного аппетита. Шестой день. Бомж-супец. Ну, он жирный, наваристый, очень сытный. С таким количеством лепех можно хоть ядерную зиму пережить. Напек салатик витаминный и чай. Приятного аппетита еще раз. Это еще не все. У меня еще огромная, вот последняя. А, сейчас большая пропекется. Оставлю тут. Я смотрю на это и просто радуюсь. Посмотрите на это огромное количество лепех. Их можно просто с водой поесть. Уже будет нормально. Костями? Да. Следить за тобой во время еды, а то, вдруг костями голову полезет. Будешь следить? Сейчас я найду кость какую-нибудь. Они же мягкие. Так объясни это людям, что сковородки мягкие, но кости такие, как в консервах. Как консерв? Да, если кто ел консерву, в фикс-прайсе продается мясо цыпленка. А там 50 на 50. Бывает попадается мясо с мясом, бывает с костями. И там тоже хорошо уварено. Сейчас я найду. У меня костей не осталось ни одного. Все съел, самое вкусное. А, вот, есть. И вот там можно попробовать, в принципе, кости на вкус. Они там в бульончике. То есть
мясо цыпленка, это то же самое практически по вкусу. Они примерно как печенка. Они мягкие. Они просто выглядят плотно, а на самом деле не мягкие, как печеньки. Печеньки. Он хоть и жирный супец, но мясного вкуса мало, там мяса осталось мало, костей много. А когда такой супец, например, на ребрышках делаете, это просто вас за уши не оттянуть будет. Он будет и жирный, и там все вывалится. Все будет так вкусно. У меня отец так делает. Все, не могу доесть. С хлебом сытно. В два раза получается. Куплю. Хлеб есть? Вот. Салатик же есть. Как он такой сочный получается? Просто яблоко с морковкой. Он просто хоть отжимай его. Студенческий салат. Не, это витаминный. Студенческий это капуста с морковкой. Он просто попробуй, знаете, вкусно. Очень вкусно. Ну, сочно? Угу. Сочнее, чем в столовой. Слушай, хоть сам я такой делаю. Угу. 100% никто не делает. Ты мне ложь салат, я тебе беру сюда. Ты мне еще капуст. Салат, орешек положил. С орешком. Вообще идеально. Тут мне, кстати, должна еще капуста. И вода. Вода обычная, водопроводная, с хлоркой. Встречаемся за ужином. Видеоотчет продолжается. На полдник пару лепешек, вода обычная. Сейчас уже я готовлю ужин. Я немного не рассчитал. Думал, что гороха у меня будет на 2 порции, а горох у меня закончился тоже. У меня осталось мандаринку сейчас еще. Вот это доем. 5 рублей же у меня есть. Вот завтра что-нибудь докуплю. Картошка одна. Лука. Вот еще картошка. Живем, ребят, завтра можно будет нормально картошки поесть. Сейчас еще лучок. Вот это один так съем, один с горохом. Наверное, первое выживание, когда у меня все подъедается, вся крупа. Но первое выживание, когда у меня масло останется, маргарин останется. Итак, ребят, приятного аппетита. 2 пшеничные лепешки, мандарин, гороховое пюреха и салатик. Просто лучок свежий. Такой вот бомж-обед. Налетай, побеждай. Я забыл в обед почитать донаты. Читаю донаты. Адели пишет: Серега, спасибо за видео. Большой привет с Татарстана. Татарстану большущий привет, ребят. Екатерина Суликова: Серега, привет с Самарской области. Это на выживание. На выживание после Нового года. Спасибо. От души. Очень приятно. Натали, Татарстан опять. Сергей, спасибо, что вернулись. Берегите Настю. Вадим Некрасов, удачи тебе. Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо. Илья пишет: Серега, все круто, но прошу, ешь потише, вырезай все звуки поглощения пищи, отвратительно звучит. Я вот стараюсь ради вас, ребят, старый микрофон, но я постараюсь все вырезать. Middle Storm пишет: всей семьей вас смотрим, большущий привет Калининграду. Сергей, твой фанатище. Это, скажи, как посылку отправить? Писал на почту, не ответил. На почте у меня очень много спама, ребят. Поэтому у меня мал почта, хотя на любой почте много спама. Пишите ВКонтакт мне. То, что ВКонтакте, я сейчас всем отвечаю. ВКонтакте ссылка есть. Шем888. Привет из Московской области. Выживание на 200, это, конечно, жестко. В наших реалиях удачи. Ребят, на самом деле, это... Знаете, что самое сложное? Это вот когда местные едят что-то вот такое. Смотрите. Я оставляю, тут не убираю даже с собой. Ну, красотища же, ребят. Как вот на такое вот... Это самое сложное в этом выживании, когда кто-то сидит и рядом ест какую-то вкуснотищу. Но мы держимся. Горох тоже вкуснотища. Я уже привык. Неделя на самом деле быстро проходит, поэтому поглощаем вкуснючий горох. О, сейчас будет АМСР. Так, хвостик пришел. Ну давай, сиди здесь. Сейчас будет урчать нам в микрофон. Полкило гороха не может не радовать. Ну что, ребят, давайте отметим день, это очень горячее. Последний день. Жирный смайл. Настроение, кстати, нормальное. Как я мог? Я забыл совсем. У меня же мясо еще есть. Я настолько люблю горох, что я просто без мяса его начал есть. Представляете? Мясо же надо достать. Холодное тоже нормально. У меня даже 2 куска мяса. Вот это вот я сейчас съем, а вот это на завтра. А может сейчас все съесть? Не оставлять на завтра? Че, ну? Запаивать опять. А, ладно, запаяю. В этом деле главное холодный расчет. Оставляю на завтра. Кусок мяса пригодит. Лучок. Ложечку за подписчиков. Ложечку за лайки. За комментарии.
за дружко, конечно же. Просто так. Ложечка. Шикарная. Шикарный ужин. Победил. Легко. С чаечком лепешки. Сейчас пойду за компьютером еще посижу. Лепешки съем. И мандарин. А мы переключаемся на последний 7-й день. Погнали. Утречко всем. Начался последний 7-й день. Выживаю неделю на 200 рублей. Решил с утра шиповника все-таки нарвать. Хочется вкусного чего-нибудь попить. Не просто воды. Крупный здесь прямо дороги растет. Никто не собирает его. Смотрите, прямо дороги. Набрал себе. Вон сколько. Какой мощный. Руки только замерзли. Минус 10. Последний 7-й день отметим сегодня. Ну что ж, на завтрак у меня уже все готово, поэтому я с утра ничего не готовил. Пошел прогулялся, набрал шиповника. Это микроволновку. Хорошенько моем его. Он крупный, удобно, когда крупный. Одну штучку помыл, сразу полкружки. Заливаю кипятком. Термокружка. Термокружка огонь, ребят. Мне очень нравится. Мику – это наш российский бренд посуды для микроволновой печи. Вы видели, я дранники готовил, которые это вот, и сейчас разогреваю тоже. Теперь у них есть еще и термосы. Очень удобно. В руке лежит здесь специальное углубление, покрытие приятное. Самое главное, горлышко широкое, туда залазит рука, когда часто пользуешься, чтобы удобно было промыть. Классный термос, и тепло держит хорошо. Здесь все продумано, даже когда пьешь, вот здесь вот специально, как будто бы вот слепок делали, очень удобно. Все просиликоненные вставочки здесь, чтобы давление, чтобы тепло не уходило. Отличная кружка. А в машине помещается и в обычный подстаканник, и даже в дверной, помните? Потому что здесь шили, и он там тоже не болтается. Все продумано. Много термокружек у Мику и термосов. Зайдите на официальный сайт Miku Russia, там можете посмотреть все расцветки. Сейчас на сайте там скидка 20%, но по промокоду Серега 2 недели еще будет действовать дополнительная скидка 25% от акционной цены. Получается очень выгодно. Сейчас самый сезон, можно взять в подарок кому-нибудь на Новый год, холодно же. На каток ходить. На каток, да, на каток вообще ходить. Ну, в машине идеально, тепло держит, хорошо. Так, это сейчас заваливается, шиповник. На обед последняя порция, все, что на скреп осталось. В скороварке вот столько каши супа. Самое вкусное там. Нет, не обратил. Там еще, смотрите, там кости есть. Все самое вкусненькое. Ребрышко, видите, вот. Ребрышко осталось. Это в микроволновку. Салатик сегодня будет. Последний кусок яблока, последняя морковка. Это будет. А вот еще лучок, когда съем, это на ужин. И сейчас еще в магазин схожу, последние 5 рублей потрачу. Я не спешу сегодня в магазин, потому что сегодня воскресенье, там с самого утра много людей, поэтому после обеда схожу. Деньги! Настя мне предлагает кочерыгу от капусты. Я же тебе должна. Да ладно уже, кочерыгу съешь. Яблоко, огрызок, фтовку, морковка. Чтоб сочно было на мелкой терке. Приятного аппетита. Вот он, настоящий бомж-обед. Салатик. Студенческий, закуска. Лучок свежий. Лепешки пшеничные. Супец, молодец. И бесплатный напиток. Приятного аппетита. Лепех у меня остается еще очень много. Сейчас придется побеждать этот суп, потому что ему 5 дней. Он уже не такой ароматный. Самые тут мелкие кости со дна. Кости. Кости мягкие. Но вот те, которые там спрятаны в каше, они неожиданности добавляют. На троечку, конечно. Он много раз замораживался, перемораживался суп. Деньги. Всем. Кое-как. Тяжело съесть было. Маленькие косточки. Они хоть и... Вот, пойдет. Когда кашу ешь, быстро глотаешь супец, ну, захлебнул, съел. А это маленькие косточки, ну, что-то жевать надо, они не мягкие. Они мягкие, чтобы жевать. Но если глотать, то опасно. А, салатик. Салатик. Берем кислое яблоко, вкусную сладкую морковку. Можно чуть сюда мазика, либо сметанки и орешку чуть подробил. Все, идеальный салатик. Налетел, все победил. И лучок еще вот так заверну.
Я же забыл взвеситься, совсем забыл, ребят. Ну, сейчас я уже поел, поэтому уже, ну, сколько наел за целый день. А, ладно, пойдемте взвесимся. Бутербродик такой. Так, поменяется ли вообще что-нибудь за неделю, если поменять рацион питания? 21,1% жира у меня было. 67 килограмм я весил. Вот мой график. Надо же с этой камеры взвешиваться. Точно, я сейчас ту камеру поставил и с этой камеры взвешусь. Можно сидя? Ничего не поменяется. То, 200 грамм я скинул. Это даже с учетом того, что я сейчас поел. То есть сколько вот за целый день наел. То есть, ну, килограммчик скинул. Какой килограммчик? Я в штанах. Сейчас я штаны еще зимние сниму. Заново, он меня уже поздравляет. Сейчас здесь заново взвешиваемся. 66 килограмм. 66, представляете? Было 67, стало 66. Это даже с учетом того, что я на завтрак сколько съел, на обед сколько съел. Можно еще килограммчик отсюда скинуть. 65, считай. Получается, минус 2 кило за неделю. Было 21% и 1, сейчас 29. То есть жирок все-таки тоже ушел. Что он нам говорит? Нормально теперь у меня по жиру? Все равно чуть-чуть многовато. Говорит, сбрось. Говорят, когда только начинаешь худеть резко, то в первую очередь уходит вода. Было 55,4. Сейчас посмотрим, сколько стало. Через неделю воды 55,5 стало, даже больше. Ну, что-то другое ушло, значит. Так, я в магазине. Что взять, мандарины? У меня 5 рублей, но вот если самый маленький. Сейчас пойду капусту посмотрю. Может, на рубль на капусту. А капусты-то и нету. Две, если я сейчас начну, я... А, вот лист. Может, сегодня без салатика? Просто мандарин вкусный взять? Или картохи? Сегодня можно праздничный ужин сделать. Может, конфету одну взять? В принципе, картошка у меня есть. Две картохи хватит. Ну, такой вот скромный ужин. Сколько конфет стоит? Джек. Хорош. 39. Ого, ничего себе за 100 грамм. Давно я конфет не покупал. А самые дешевые какие тут есть? Вот по 15 рублей. 40 грамм минимум на весах можно взвесить. То есть это 7 рублей получается. Ну, ладно, 6 рублей получается где-то, да? 40 грамм конфет. У меня даже 6 рублей нет. Вернулся я к мандаринам. Я их люблю. Получается, можно где-то мандарин где-то на грамм 70 взять. И тогда получится 1 рубль еще дополнительно на картошку. Ну-ка, 66 грамм. Фрукты. Мандарины. Мелочиться. 3,70 получается. Можно даже покрупнее взять. Ладно, чем мелочиться? Последний день все-таки надо отдыши, чтобы. 3 рубля на мандарин, 2 рубля на картошку. Картошку я тоже люблю. Можно прям даже не самую маленькую взять, так чтобы на 2,70 где-то. Вот такая, если картошка где-то примерно 2,90. Идеально подобрал 2,90. Огромная просто картоха. Отличная. Отличная закупка. 3 рубля и 2 рубля. 5 рублей. Иду на кассу. Все. Шикарно, ребят. И 3 рубля за мандаринчик. Картоха 2 рубля получилась со скидкой. Нормально я сходил в магазин. Закупился одну картоху, один мандарин. Но это все деньги, которые у меня остались на сегодня. Все. Ну что, ребят, еле дождался, пока местные уйдут, пока они поужинают. Ну что, ребят. Итак, ужин, последний 7-й день. Показываю все, что у меня осталось. Все выгребло с холодильника. Картошки 3 штуки отварил уже. Чуть морковки, лучок с обеда остался. Много лепек, маргарин. Сейчас буду жарить последний кусок мяса. Это радует. 2 лучка и мандарин. Картошку сейчас чищу. Лепешки подогрею на сковородке тоже. Лучок тоже поджарю на сковородке, чтобы его вкусно было. Красотища. Посмотрите только на эту красотищу. Какая картоха шикарная. Кусочек маргарина сюда, кусочек маргарина сюда. Здесь будет картошка, там будет лучок.
сюда выкладываю картоху, порезал крупно. То есть это уже отварная картоха. Но мы ее еще сейчас поджарим в маслице, вообще очень вкусно было бы. Весь лучок сюда просто поджарю, потом с лепешками буду есть. А лепешки разогрею вот здесь. А то они за пару дней отлежались. Разогретые лепешечки, это очень вкусно. Кусок мяса. Тоже его сейчас сюда разогрелся. Праздничный обед готов. Приятного аппетита. Напиток и мандарин есть на десерт. Картошка вареная, поджаренная, с кусочком мяса, лепешки пшеничные, лучок пассерованный и еще и морковка. Что, ребят, заключительный наш праздничный. Выглядит вкусно. Картошечка. Я уже соскучил по картошке, это горох да горох. Нормальная тема. Лучок. Поджаренный лучок. С маслом бы, конечно, вкуснее было. Со сливочным. Шурую пшеничную лепеху. Шаурма получилась с луком. Шаурма с луком. В принципе, в обычный день я просто картошку жареную ем. А тут у меня еще кусочек мяса лежит. Еще лепешки, еще морковка. Мордалинчик. Ребят, заканчивается. Неделя-то прошла. Настроение хорошее. Пару килограмм скинул. Ожидаемо. Жду поздравлений. Лайкосик в комментариях. Мы с вами сэкономили целую кучу денег, получается. Можно теперь сходить в какой-нибудь нормальный магазин, да поесть. Мы уже елку нарядили, кстати. Смотри. С наступающим вас заранее. Мне кажется, с Ютубом, когда Ютуб появился, все рецепты начали смотреть на Ютубе. И все стали заранее снимать эти рецепты. Ютуб виноват в том, что мы стали раньше готовиться к Новому году. Я объелся, ребят, честно. У меня еще кусок мяса. Нормальная тема. По размеру как сосиска получается, да? Маленькая сосиска. Но это мясо. Бомба. Почему я 2 кило скинул, я не понимаю. Я вроде не голодал. То есть не было такого, что я ходил голодный. Но я думал, что я вообще ничего не потерял. Только в первый день был там голодно, когда не успевал готовить. Отмечаем последний день. Что у нас получается? 7-й. 66 килограмм. 65, но это написал 66. Прошла неделя. Спасибо всем, ребят, вам огромное за поддержку еще раз. Без вас бы я точно не справился. Лепешку доем, лепешки уже не вылезут. У меня еще мордалин. Ну что, ребят, спасибо, что вы все эти дни наблюдали за этим экспериментом. Целый мандарин съем. Правда, праздник не нужен. Вот это, что у меня осталось? Только вот этот кусочек маргарина невкусного. И лепешки еще остались. Лепешек много, штук 5. Быстро неделя закончилась. Не успел начаться, вроде как уже там туда-сюда сходил. И все, и уже неделя закончилась. Всем большое спасибо за внимание. Спасибо, что эти 7 дней наблюдали за экспериментом. Встречаемся здесь же, на этой кухне. Буду ждать вас буквально через пару дней. С вами был Всеядный Серега. В следующее видео мы с вами отправляемся в магазин Fix Price. Посмотрим, что там изменилось. Я очень давно там не был. Мне уже все пишут: Серег, давай Fix Price. 2 года чуть ли не прошло. Посмотрим на все эти новинки, что там вкусного. Продается ли еще там мясо цыпленка, самое запоминающееся, и килька по 25 рублей. 2 вещи самые страшные из Fix Price. Посмотрим, что сейчас там продает. Вот такое оно было, ребят. Бессмысленное, беспощадное выживание на 2 сотки от Сергея Сергеевича. Кушайте с удовольствием, если нет, то просто побеждаете. Увидел и съел. Ладно, хорошего настроения, заготавливайте бутербродики, скоро увидимся. Пока.